Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, как починить черные квадратики, как сделать, чтобы кнопки появились, можно было видеть, на какие нажимать, чтобы сработал тот или иной скилл, либо какое-то действие в игре. Вот мы видим, что у меня сейчас черные квадратики, и непонятно, что нажимать, допустим. Также еще появляются всякие артефакты, там полосочки, еще какие-то непонятные вещи, если играть с этими черными квадратиками. Это неприятно, неудобно и отвлекает. Итак, чтобы такого не было, нужно на рабочем столе, перед тем как заходить в игру, выбрать язык, который есть в игре. Все это появляется, поскольку у нас в игре доступны только английский, немецкий, испанский, там французский, итальянский, польский и португальский языки. Если мы на рабочем столе выбираем какой-то язык, который не имеется у нас в игре, то у нас квадратики пустые, черные, и появляются артефакты с полосочками. Поэтому на рабочем столе выбираем язык, один из, который вам нравится из тех, которые есть в игре. Я выбираю английский. На рабочем столе меняем язык на английский. Вот у меня был русский, я поставил сейчас английский комбинации клавиш. Теперь захожу в настройки, preference, английский меняю, допустим, на немецкий. Потом немецкий меняю назад на английский. И все, у нас все кнопочки подписаны, все везде появилось, все работает. Способа, как вы поняли, два. Либо еще до входа в игру мы выбираем какой-нибудь язык, там английский, польский или какой вам там надо, на рабочем столе. В таком случае, когда вы войдете в игру, все будет нормально. Или пользуемся вторым способом, когда вы уже зашли в игру, но забыли поменять язык. Меняем его на рабочем столе, а потом просто язык туда-сюда перекладываем, кнопки заново прогружаются, все хорошо. Пользуйтесь на здоровье, с вами был Варчик, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.